Всем привет, друзья! С вами Рожо из клана Red Rush. Сегодня я расскажу вам об одном необычном и, можно сказать, эксклюзивном танчике. Это американский средний танк 10 уровня М60. Купить за серебро или золото его нельзя, поскольку это специальный клановый танчик и выдавался он за достижения на глобалке. М60 считается премиумным танком, но вся его премиумность заключается лишь в том, что на него можно посадить экипаж с Паттона М48 без штрафа. Фармит же он, как и обычный средний танк 10 уровня. Внешне танк практически идентичен М48, с которым по ходу обзора я и буду его сравнивать. Но для начала пару слов об истории этого танка. М60 является глубокой модернизацией танка М48. Прототип разрабатывался с 1957 года, а в 1959 корпорация Chrysler получила первый заказ на производство новой машины. Всего был выпущен 15 221 танк М60 в 4 основных модификациях. Теперь рассмотрим ТХ танчика. Почти по всем характеристикам он чуть-чуть лучше Паттона. Запас прочности у танков одинаковый, 2000 хп. Что касается веса, М60 легче почти на тонну, а обзор у танков по 420 метров. Теперь двигатель, а вот тут получается интересная ситуация. Движок Continental у М60 имеет 750 лошадок, а вот у М48 их больше, 810. Но при этом максимальная скорость у М60 больше на 3 км в час и равняется 48. И, кстати говоря, сам тип двигателя отличается. На М60 уже установлен дизельный, а не бензиновый двигатель, и, соответственно, шанс его возгорания меньше. Паттон всегда выделялся скоростью поворота шасси, но М60 имеет аж 52 градуса в секунду против 50 у М48. Перейдем к орудию. У обоих танков установлено одинаковое орудие Ган М68 диаметром 105 мм, пробитие подкалиберными снарядами 268, а аккумулятивами 330 мм, и это при среднем уроне в 390 единиц. Скорострельность тоже одинаковая, 6,82 выстрела в минуту. А вот с разбросом и скоростью сведения дела обстоят несколько иначе. Тут М60 лучше своего брата-близнеца. Разброс 0,35 против 0,36 у М48, а время сведения 1,8 секунды против 2. Что касается бронирования корпуса, то М60 каким-то чудом умудрился стать еще чуточку картоннее, чем М48. Во лбу у него 93 мм против 110 у М48. Так что рикошет или непробитие получить маловероятно. В бортах та же ерунда. Как у большинства американцев, брони там нет вообще. Но если у М48 ее нет, то у М60 ее чуть меньше, чем нет. В корме же 25 мм у М60 против 35 у М48. Ну а башни у танков абсолютно одинаковые. В лобовой проекции 177 мм и большая маска, которая, впрочем, неплохо шьется некоторыми орудиями. Бок башни 76 мм, а корма 50 мм. По расположению экипажа и внутренних модулей танки тоже ничем не отличаются. Оборудование лично я поставил с М48. Это стабилизатор, досылатель и оптика. Тем самым я улучшил сильные стороны танка, отличную стабилизацию орудия, повысил ДПМ и увеличил без того замечательный обзор. Говорить о перках не имеет смысла, потому что экипаж пересаживается с Паттона на М48. Ну а теперь пришло время показать вам бой, в котором с моей точки зрения М60 себя отлично проявил. Okay. Это один из моих первых боев на М60, и играю я во взводе со своими соклановцами Fire SV и Мачитером. Что сказать о сетапах? ВБР прокидал нас на один танк 10 уровня, но тем не менее у нас на 1/10 арту больше. Также есть танки 9, 8 и даже 7 уровня. То есть это типичный рандомный бой. Okay. Теперь о карте. Степи – полностью открытая карта, на которой занерфленная в хлам арта все еще может себя неплохо реализовать. Есть, как известно, три направления – это зеленка, центр и холмы. Мы поехали именно на зеленку, потому что сейчас модно продавливать именно там. И также там можно встретить раков всех сортов и расцветок, умело танкующих бортами. К тому же, наша техника располагает к игре именно там. Мы имеем возможность играть через относительно крепкую башню М60. Главное, не забывать, что сверху за вами наблюдают вражеские арты, и постоянно двигаться, если вы находитесь в засвете. Хочется еще пару слов сказать насчет бронирования М60. Когда я рассматривал лобовую броню, я не сказал, что она находится под неплохими наклонами, и за счет этого выстрелы противника иногда все же рикошетят от нас. Но зависит это больше от нашего везения, чем от самой брони. Сам же М60 можно смело считать реинкарнацией Паттона М48. Когда только ввели СТ 10 уровня, он безумно нагибал, но потом, когда ему понерфили стабилизацию и точность, он стал просто отвратительным и почти неиграбельным. У М60 же эти параметры, как я и сказал, чуть лучше, чем у Паттона, и за счет этого он очень похож на тот Паттон, каким он был до того, как до него добрался напильник серба. Тем временем в бою у нас складывается вот какая ситуация. Это адовый звездец. Союзники сливаются со скоростью света. Мы же, продавив зеленку, возвращаемся на дев-базы. И счет, конечно же, не в нашу пользу. Когда вы остаетесь в меньшинстве, но при этом имеете сведения о расположении противников, в первую очередь подумайте о своей позиции. Нужно занимать точку на карте, с которой вы сможете первыми засветить врага. Также необходимо иметь пути отступления. Самое главное – правильно расставлять приоритеты и выпиливать стволы, забыв на время о том, что лучше подамажить, чем добить 200 хп. Много раз я замечал в рандоме, как какой-нибудь Алешка на каком-нибудь ИС-7, оставшись против, к примеру, ваншотного Т-110 и фульного ИС-3, начинает стрелять в ИСа и сливается 110-ки. Владельцы М60 делятся на два типа. Те, у которых есть Паттон М48, и те, у которых его нет или не было. Игроки, имеющие или имевшие его в ангаре, относятся к М60 спокойно. А вот те, кто никогда не играл на американских СТ, очень сильно нахваливают его, удивляются маневренности и стабилизации орудия. Я же, поиграв на М60, не продаю Паттон М48 только потому, что это 10 уровень, и мне жалко продавать свою первую десятку. motherfucking east side boy. Okay, that's Detroit. We represent for everybody. Ну и пришло время завершать обзор танка М60 и поделиться своими впечатлениями о нем. Что я могу сказать? Неплохой танчик. Как говорится, на халяву и уксус сладкий. Плюсы — это маневренность, динамика, отличное орудие, впечатляющий разовый урон и ДПМ. И в отличие от остальных американцев, его двигатель не подгорает при попадании в корму. Минусы — слабое бронирование, которое, впрочем, иногда рикошетит, не самая большая максимальная скорость и большие размеры. Ну вот и все, дорогие друзья. Перед вами послебоевая статистика. Если вам понравилось видео, жмите лайк и подписывайтесь на канал ProRedTV. Музыку из обзора вы можете найти в нашей группе ВКонтакте. Ссылка на группу в описании к видео. А с вами был Арожо, всем пока.